Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Иногда мне хочется съесть какую-нибудь гадость. Хочется какую-нибудь, знаешь, гадость съесть. Вот этот чебурек или сосиску в тесте. Да. А еще вот этот беляш. Такой жирный, промасленный весь. Но та гадость, которую можно купить в магазине, зачастую не оправдывает моих ожиданий. Я решил приготовить хот-дог. Примерно минут 40 назад нарезал свинину нежирную и сало и забросил в морозильник. И сейчас все это подморожено примерно до минус 2, может быть, минус 4 градусов. Сейчас по-быстрому из этого сырья приготовлю колбаски такие толстенькие. Чтобы они были более сочными, напихаю в них побольше лука. Будет обалденно вкусно, обещаю. Да, подмораживал мясо для того, чтобы оно лучше измельчалось и поменьше теряло влагу при тепловой обработке. Прогонять его буду через решетку с диаметром отверстий 3 мм. Сначала сало, затем мясо и в самую последнюю очередь лук. Так, теперь соль и перец сюда, а чуть позже еще и ледяной воды добавлю. Фарш готов, китайский шприц стоит, сейчас набивка. Да, череву свиную я тоже успел уже замочить, уже час в воде лежит. Не нарадуюсь, вот пока не было у меня такого агрегата, набивать колбасу вот из такого фарша, ну достаточно жидкого что ли, мелкого, через мясорубку было сущим мучением. Правда, сейчас сущее мучение отмывать. Это агрегат, потому что фарш к стенкам колбы пристает, и нужно дело ручками сначала. У меня есть посудомоечная машина, но посудомоечная машина фарш со стенок не отмывает. Поэтому приходится сначала щеткой поработать. Ну что, остается перекрутить колбаски, они как раз от этого уплотнятся. А теперь можно приступать к тепловой обработке. Если вы сразу их отправляете на гриль, то варка не обязательно. А если планируете сделать это, допустим, через сутки, через двое, то лучше отварить до плюс 70 внутри каждой колбаски. Вода у меня уже кипит. Кстати, надо нагрев выключать. И колбаски можно отправлять в кипяток. Они холодные, вода начнет остывать, они, соответственно, нагреваться. Так как я через час, может быть, через полтора часа, посмотрю, как по погоде, пока что-то у нас так, дождик вроде собирается, отправлю их на гриль, то заморачиваться именно до 70 градусов доведением не буду. Ну, как получится, посмотрим. Впрочем, мне интересно, до какой температуры они прогреются в остывающем кипятке на самом деле. Так что термометром воспользуюсь. Все, пусть лежат, а я пойду все-таки... Попробую, наверное, гриль раскочегарить. Ну, может быть, и не пойдет дождь. Увидим. Булочки для хот-дога я взял вот такие. Ни разу их не пробовал, но много раз видел в магазине. Они не до конца выпечены. Видите, какие белые? Написано 8-10 минут при 220 градусах в духовке и будут готовы. Ну, посмотрим, как раз попробуем. Что тут с колбасками? Ну, неплохо, на мой взгляд. Все, можно выдвигаться к грилю. Угли уже готовы. Сюда их. Выпекать булки буду на камне. Вообще можно использовать любую керамическую плитку или даже сковородку.
Булки уже положу. И накрою крышкой. В первый раз так делаю. Не знаю, сколько времени понадобится. Может быть, 5-7 минут займет, а может быть, и все 15-20. Вообще-то их в духовке же надо готовить. Я пока подготовлю все для копчения. Колбаски хочу подкоптить, поэтому щепу в фольгу и завернуть, и пробить несколько отверстий. Американцы обожают щепу в воде вымачивать, но это неправильно. В камере для копчения должно быть сухо, влага там не нужна. А если сухую щепу бросить прям так на угли, то они просто загорятся. В фольге отличная просто ситуация. Кислорода для воспламенения недостаточно, а вот для тления и для большого количества дыма более чем. Что тут с булками? Ну-ка. Ага. Интересно, насколько камень нагрелся. Ага, 198. 192 уже получилось, да? Пусть еще немного полежат. То есть, если бы не желание подкоптить колбаски, я, понятно, одновременно бы все делал, и колбасу, и булки выпекал. Но копченые булки мне не нужны. Пора, пожалуй. И камень уже не нужен. Теперь создаю холодную зону и горячую зону. Щепу сюда. Вот так вот. Колбаски пойдут вот сюда. То есть будут готовиться на непрямом жару. Мне же их надо чуть-чуть подкоптить, а если сразу на жар отправить, они моментально приготовятся, закоптиться не успеют. Кстати, булки уже можно подготовить. Горячие. А, красота. Так, ну и подозреваю, что колбаски уже можно переворачивать. Еще немного, и можно будет пробовать. Встретимся уже на пробе. Так, ну и что здесь с этой гадостью? Слушайте, обалденно сочная, смотрите. Видите, она вся истекает просто. Истекает эта колбаска соком. Это заслуга как раз этого большого количества лука. Обалденный рецепт. Слушайте, готовьте. Конечно, ни в каком магазине такие колбаски не купишь, потому что ну, там другая технология. Вот эта песня. И лука можно даже, наверное, еще больше положить, еще более сочным будет. К сожалению, колбаски с добавлением лука в сыром виде в холодильнике долго не лежат. Ну, максимум сутки, может быть. Потому что луковый сок, он разрушает стенки клеток, соответственно, клеточная жидкость выходит наружу, то есть колбаса начинает терять этот самый сок. Он выходит в пространство вот это под колбаской. И он не впитается в фарш. Поэтому вот их сделали и либо сразу на гриль, вот прям сразу-сразу, либо вот это вот отварили до 70 градусов. После этого можно оставить. Они, конечно, будут менее сочные, но все-таки сочные. Извините, я должен еще раз. Чудовищно вкусно. Слушайте, готовьте такую колбасу, вы будете счастливы. На этом позвольте с вами закончить. Я все это сажу за кадром. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Обалдеть. Обалдеть.